Друзья, всех приветствую. Наконец-то у нас наступило открытие охоты на утку. Мы сегодня втроем, вот Димон с Лехой меня взяли с собой на охоту. Я, к сожалению, сегодня пока без ружья. У меня закончилось госудостоверение. Ну, 10 лет прошло со стажа охоты. И, ну, мне его сейчас переделывается. Немножко там загвоздка. Наши госслужащие так работают, что я без охоты пока. Ну, надеюсь, что может на следующей неделе оно придет и буду уже охотиться. Ну как, поохотились, утка летела слабо, летели одни бакланы, парочку сбили. Ну, охота есть охота. Подписывайтесь, оценивайте видео. Нормально. Вон утки летят. Лёха, утки, утки. Вон над головой прошли. Это та, которая села там, походу. С полем? С полем. Покажи. Вот она. Трофейная. Знаменитая. Знаменитейшая утконосина. Вот. А утки тоже летают, видишь? Две вон. Все стреляют, и мне хочется. Хотя бы. Слева. Слева. Как ты мог? Оп. Далеко упала отсюда. Он летит. Прямо, прямо. Да. Во. А ёпта ты, Вася, на. Thank you.
О. Баклан, бля, гребаный. Заходит. Подбил, давай. Хорош. Бляха, звонил Костю как раз и телефон этот где-то кинул сапоги. Сходи забери. Дойдешь, там не глубоко, я знаю. Если что, я тебя спасу, ну ты же в курсе. Добей ее, Димон. Ага. О, там высоковатенько стрелял последний раз. Я думаю, что просто мимо. Почему? Просто мимо. О, смотри, сколько налетел. Лёха, держи! Лёха! Прикольно на охоте без ружья, как в детстве. Всё. О, жёленькая какая-то, бля, стала она. О, смотри. Вот. Кучно пошла она. А резиновые целые? Да. Не, моя одна. Дай мне, да. Герметик в помощь. Черный герметик. Смотри, а, вот.